У микрофона Алексей Козлов. Я продолжаю свои рассказы о выдающихся музыкантах. Сегодня мы поговорим о рок-группе, которая называется Tears for Fears. Она возникла в начале 80-х годов. Ее относят, в общем-то, к направлению New Wave или Новая волна. Но, начав с этого, они уже к середине 80-х годов перешли к такому направлению, как прогрессив синти-поп. Вот такая есть категория музыки. В 1985 году вышел в свет их второй альбом, который получил название «Songs from Big Chair». И вот сейчас вы услышите один из треков с этого альбома. Это песня, которая носит название «Everybody wants to rule the world». То есть каждый хотел бы управлять миром. Сейчас прозвучит песня, которая на долгие годы стала визитной карточкой группы. Она носит название «Shout». Это довольно яркая песня протеста. Протеста молодежи против холодной войны, которую организовали когда-то старшие поколения. И в этой песне выражается страх перед будущим и призыв к людям не делать необдуманных поступков. Думать перед тем, как что-либо совершать. Shout, shout, I'm talking to you.